Приветствую вас, друзья! В этом видео я расскажу, кто такой утренний вампир, чем он опасен и как от него избавиться. Вот так называемый утренний вампир – это энергетическая, эмоциональная сущность, которая тянет из вас силы, тянет энергию. Вот, к примеру, вы утром просыпаетесь сразу же в скверном настроении. Есть какая-то забота, задача нерешенная, какая-то безысходность, печаль, тоска, состояние какого-то тупика. Вот это ваше состояние, это и есть энергетический вампир. И вот задача этой сущности, как можно дальше увести вас от решения вашей проблемы, чтобы вы накручивали себе какие-то негативные мысли, еще больше погружались в депрессию. Потому что энергетический вампир имеет только одну цель – забрать ваши силы. И вот это опасно потому, что с самого утра и на весь день у вас могут быть очень большие искажения. То есть весь день может быть испорчен. Так вот, что нужно делать? Вот когда вы утром проснулись и чувствуете себя в таком настроении, в негативном, в скверном, не погружаясь вот в решение какой-то задачи, не углубляясь туда, то есть в это состояние, задайте себе просто такой вопрос, спросите, кто есть со мной? То есть это для того, чтобы определить ваше состояние. Вот как вы его сами определите? Что с вами? То есть тоска, печаль, депрессия, грусть. Вот определите это. Вот определили, к примеру, у вас тоска или депрессия, печаль. Вот как только вы это определили, вы эту сущность, можно сказать, что уже поймали в клетку. То есть вы ее зафиксировали. Да, она еще остается, но она уже не такая сильная. А далее нужно идти и делать утренние водные процедуры, то есть умываться. И вот в процессе умывания ощущайте, что вы смываете эту сущность. Как я всегда говорю при взаимодействии со стихиями, вот в данном случае с водой, прочувствуйте всю силу, всю мощь этой стихии и прочувствуйте, что она смывает с вас эту черноту, эту сущность. Умылись и произнесите такое заклинание. Черноту смыл, дорогу открыл. Истинно. Все, после этого ваше состояние, негативное состояние улетучится. А проблема, которая у вас, ну скажем так, нависла, из-за которой вы как считали, вот было это состояние, она будет решена. То есть решение к вам придет. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю всех благ и до новых встреч.